Главная цель структурного маневра – создать прочную экономическую базу для роста благосостояния города и каждого алматинца. Решить амбициозную задачу – войти нашему мегаполису в топ 100 лучших городов мира по качеству жизни и условиям ведения бизнеса. Три важных документа, разработку которых мы завершили. Первый документ – комплексный план «Новой Алматы» на 2020-2024 годы, решающие инфраструктурные проблемы окраинных районов мегаполиса. Это беспрецедентный масштабный план, предполагающий инвестиции в инфраструктуру в объеме более 800 миллиардов тенге в течение ближайших 5 лет. Второй наш документ – межрегиональный план развития алматинской агломерации, или как мы называем эту программу, «Большой Алматы». Третий, наверное, самый важный документ – стратегия долгосрочного развития Алматы 2050, которая разработана по поручению Елбасы и сейчас проходит публичное обсуждение среди горожан. Наше видение Алматы будущего – это город без окраин, умный город, город равных возможностей, безопасный город, зеленый город, глобальный деловой центр, культурный, креативный город. Есть четкий план действий на 5 лет и есть видение будущего. Рахмет баршаларыңызға. Жақсы көңіл күйде болыңыздар. Ертеңгі үлкен ұлы мерекеміз құтты болсын. Алдағы уақытта тағы да еліміздің тәуелсіздік күні келе жатыр. Ол да ұлы мереке. Оның ар жағында жаңа жыл келе жатыр. Жаңа жыл сіздерге де құтты береке әкелсін. Жаңа жылда Алматыда кездесейік.